Теперь об операции «Возмездие» в Сирии. Российские воздушно-космические силы активно бьют по позициям террористов Исламского государства, запрещенного в нашей стране. Задача – разрушить систему управления, материальную базу боевиков, объекты их военной и нефтегазовой инфраструктуры. Количество вылетов увеличено, возросла и сама группировка ВКС. С этой недели по распоряжению верховного главнокомандующего Владимира Путина задействованы также стратегические бомбардировщики, самолеты дальней авиации. С моря удары наносят корабли ВМФ.